Привет, с вами Авдентис, группа Stardown. Сегодня у нас речь пойдет о нашем новом альбоме Void, который до этого выходил только в цифровом виде на iTunes, Google Play, Яндекс Мьюзик, Spotify и других. И по независимым от нас причинам альбом откладывался на неопределенный срок, так сказать, для лучших времен. И сейчас совместными усилиями Maza Records мы подготовили выпуск альбома на физическом носителе, на диджипаке со слипкейсом. Альбом Void будет доступен в трех вариантах, то есть это сам альбом, без всяких фанатских заморочек, без медиаторов, но для коллекционеров и любителей металла, фэнов Stardown, отличный вариант, то есть must have. И для фэнов мы подготовили специальные издания, Ultra Fan Edition и просто Fan Edition. Fan Edition будет поставляться с наклейкой гитары. Да, его можно наклеить на кофр гитары, на холодильник, на мебель, на любую поверхность. То есть это вот серебре он исполнил. Очень классно, можно на свой гитару на фэнерсу повесил этот стикер. Будет сертификат соответствия, который гласит, что мы обладатель какой-то определенной копии. Там 23 и 100. Вот. И будет медиатор. Такой камуфляжный, именно для Fan Edition. И будет набор для ультрафэнов, также называется Ultra Fan Edition. В него будет все входить диджипак, сертификат, также наклейка, медиатор, вот такие будут, правда, черный и белый, разных форм, разной толщины, разных дизайнов. Вот. И ко всему этому будет футболка черная с Христом, которую мы выбрали на голосовании ВКонтакте. Вот. И все это будет в такую сумку с треугольником поставляться к вам домой, доставкой от Maza Records. То есть для всех мы подошли к этому очень тщательно, и для коллекционеров, и для любителей металла, и также особенно для наших фэнов. Поэтому заказывайте на Maza Records, ВКонтакте в нашей группе, must have. До новых встреч, ребята!